Всем доброго здоровья! С вами, как всегда, на канале Екатерина и Дмитрий. У нас очередная неделя и очередная тренировочка. Всем привет, люди! Мы начинаем какую-то очередную тренировку. У нас новая рубрика «Вопросы». Ответы. И ответы, да. Значит, появились несколько... Дай мне бумагу, я шикар. Ответственный, блин. Я сейчас записываю. Своими... Это я просто руки разрабатываю, заодно записываю. Очки есть. Так, короче, все, Катя, да. Я все вспомнил. Гемангиома. Человеку вырезали ее. Какое-то было образование ишемия. Может такое быть? Да. Я правильно говорю? Да, правильно. Я правильно в медицинских терминах рассуждаю? Так, вот, да, и прошло 2 месяца. А у нас, короче, суть в чем? С тросточкой ходила до операции, после операции отказали ей. Прошло 2 месяца, значит, спрашивают, ну, можно ли уже тренироваться, если да, то какие нагрузки, на что. Но она сбрасывала видео, где она в низкие ходунки уже даже, ну, встала сама. И даже вот на некоторое время, ну, вот знаешь, поняла, отпустила руки. Опускает руки там, ну, вот ловит себя и все, вот. Ну, да, хотелось бы по поводу этой гемангиомы, конечно, узнать, на каком, в каком отделе. Грудной. Это грудной отдел. Я просто забыл сказать тебе. Поняла. Хорошо. Так, ну что, давай ты поднимаешь плечи вверх, плечи вниз. На тебе вот такие штуки, у нас гантельки, у Димы новый инвентарь. Да, супруга начала заниматься фитнесом, и у нас появился новый инвентарь. Возьмем гантельки. Так что 90 градусов углы. Да. Скажи про углы. Значит, что мы делаем? Сейчас мы ответим на вопрос, но предварительно я дам Диме задание. Значит, мы высаживаемся ровно, спина прямая, макушка тянется вверх, ноги под углом 90 градусов, коленный сустав, и стопа плотно прилегает к полу. То есть вы с цепочкой, сцепка с полом вашего голеностопного сустава. Обязательно стопа должна быть обута, да? То есть мы в обуви. Далее, можно брать утяжелители, можно ничего вообще не брать, можно брать гантельки. И работаем максимально, плечи поднимаем вверх, максимально тянем вниз. В моменте, когда макушечка тянется вверх, выполняем 15 раз. Гантели по 1,5 килограмма у меня. Да. Утяжелители предыдущие были по килограмму. По килограмму, да. Работаем вверх, работаем вниз. Значит, что по поводу гемангиомы? Да, вы можете заниматься. Единственное, что вам, конечно... нужно, помимо того, что вы хотите заниматься ногами и вернуть восстановление ног, да, вам нужно еще дополнительно заниматься укреплением мышц спины. То есть это комплекс упражнений, обычно при оперированных грыжах, попробуйте поискать, у нас здесь на канале мы такого не давали, да, но попробуйте поискать в какие-то упражнения, возможно, вот даже в интернете, либо если вы где-то были на реабилитации, поспрашивать на реабилитации. То есть это из положения лежа, поднимать руки, отводить в стороны. Мы, кстати, для укрепления мышц спины, наверное, делаем. Может, мы сегодня покажем на протяжении всей тренировки, потому что, как человек объяснил, она живет, ну, в рай-центре. Врачи особо не достучатся. В интернете, понимаешь, в чем суть? В интернете все хорошо, но найти там что-то... Тяжело. Ну, то есть, очень... Нет, там очень много всего интересного, но найти можно все. Но разобраться, что к чему, сложнее. Ну, это да. Дело в том, что мы можем показать... Ага, что мы можем показать? Это на кушетке надо показать. Да, покажем в конце тренировки. В конце тренировки можно... Смотрите нас до конца. Да, посмотрим. Покажем пару упражнений на кушетке для укрепления мышц спины, да. Там может быть целый комплекс. Положение лежа на животе, на спине, ну, на боку пока не надо. А у нас для спины же есть много упражнений на канале. Да, но там просто грудной отдел, там нужно смотреть какие-то прогибы и скручивания, вот это все исключить. Значит, если, как мы делаем иногда растяжечки, да, то есть где-то какие-то вот такие большие скручивания, вам делать их не нужно, особенно у вас 2 месяца только прошло. Далее, что касается ног, все, что вы можете делать на резинках, вы можете продолжать это делать, то есть вы можете пытаться ногами поднимать вверх, отводить в сторону на резинках, сгибать, разгибать ноги. Комплекс растяжек тоже вы можете и нужно вам делать. Кроме скручиваний. Да, все кроме скручиваний. Там, где есть максимальное скручивание именно позвоночника, вот это вам делать не нужно. Далее,
То есть вы можете выполнять упражнения, адекватные своему состоянию, да, то есть 2 месяца, понятно, что вы не будете прям становиться и пытаться идти в ходунах сразу, да, то есть это вначале, даже если постоять, встали, постояли, как Дима сказал, вы уже пробовали, да, голова не кружится, отлично, значит, да, отпускаем руки, пытаемся даже с руками просто почувствовать свое тело в пространстве, попереносить вес тела на одну, на вторую ногу, чуть-чуть подали корпус вперед, чуть-чуть подали корпус назад. Что с ногами? Если колени у вас замыкают и держат, вообще замечательно. Возможно, вы просто ног не чувствуете, но замыкание существует. Замыкание есть, она без коленного упора стоит. Ну, сама стояла без коленного упора, отпускала руки. Вот, замечательно. То есть вам по-хорошему сейчас вашим мышцам нужно включить мышечную память. Да, и поэтому все наши упражнения с первого периода, то есть это вот там, где резинки, там, где сгибание, разгибание в растяжке, только когда вы делаете растяжку, мы точнее показываем растяжку, вы это стараетесь делать как идиомоторное упражнение, то бишь вы сами представляете своей головой, как будто вы сами сгибаете ногу, отводите, приводите, а человек, который вам в этом помогает, да, он вам просто медленно ведет с вашим осознанием движения. Все работать очень можно? Сложно, ты наговорила, ну ладно, будем разбираться по ходу пьесы. Заниматься можно, берем, вешаем ноги на резинки и начинаем работать. Пробуем вставать и пробовать переносить вес тела с одной ноги на другую. А если шар получается? Отлично, если он получается. Просто вы смотрите, вы уже пробуете сразу отпустить руки и сделать шаг. Нет, вы попробуйте с ходунами опереться, сделать шаг. У нас есть на канале первые шаги, называется «Равновесие в ходунах». Так что смотрите, ищите и найдете. Так, давай мы сделаем следующее упражнение. Давай. Кружочки делаем вперед. А ты знаешь, что мне сложно держать гантели по 1,5 килограмма моими кистями и ошейник? Ты не забыл? Я помню. А то ты уже помнишь, ты уже думаешь, что я уже что? 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 Что ты думаешь про меня? Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9 и 10. Что такое, тяжело? Если любишь, так и скажи. Не надо издеваться надо мной. Давай в обратную сторону. А я, может, люблю издеваться. Да, я понял. Это я уже все знаю, раз, даже подписчики. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Все, у меня предплечье. Катя? Да. Читать умеешь? Умею, но не почерк врача, да? Или шейника? Шейника и врача, похоже, почерк. Да? Можно еще. Может, я врач? Фармацевта, они хорошо разгадывают. Может, я врач? Может быть. А не шейник. Да. А кашу тут. Так, короче, Катя. Человек получил травму бедра. Прошло 9 месяцев. Появились контрактуры в коленном суставе. Он просит. Если укладки, растяжки, ну, короче, ты, наверное, дальше все поняла, да? Да. Значит, сейчас мы ответим на этот вопрос. Я Диме дам задание. Что мы делаем? Мы берем палочку с широким хватом. Нога, что ты смотришь на меня? Раздевайся, я твоя. На, держи. Берем палочку широким хватом, либо берете ленту, ее немножечко натягиваете, если это лента, и работаем с подъемом руку вверх и опускаем вниз. Выполняем пока 10 раз. Значит, что... Значит, какие рекомендации? Если у вас травма бедра 8 месяцев и контрактура в коленном суставе. Значит, контрактура в коленном суставе, смотря какая травма, конечно, бедра, возможно, там внутри бедра стоит штырь, возможно, у вас стоят пластины, и неизвестно, близко к колену была травма, либо ближе к тазобедренному суставу была травма. То есть это тоже влияет на контрактуру. Что у нас по колену? Надо разрабатывать было чуть даже раньше. То есть это активно-пассивное движение. То есть это скольжение. Вы ложитесь на поверхность и просто потихонечку выпрямляете, стараетесь максимально, сгибаете, выпрямляете, сгибаете. Опять-таки, контрактура какая? Колено недоразгибается или наоборот до конца не сгибается? То есть вот этот вот вопрос хотелось бы уточнить. Что вы можете делать? Если колено не разгибается, значит, вы можете делать какие-то укладочки. Вы можете ложиться или садиться.
Следующее упражнение. Поднимаем руки вверх. Раз. Сгибаем. Два. Выпрямляем. Три. Опускаем. Четыре. Можете ложиться либо садиться. Да? Ножку на какую-то поверхность укладываем. Стучку возьмем. Да? Не хочешь? Могу. Уверена? Взять. Да. Хорошо. Да. То есть мы берем, сели, ножку положили, да, и сюда, вот выше коленного сустава, на бедро положили какой-то килограмм-два сахара-соли, да, либо взяли какую-то полоску для того, чтобы не пережималось просто бедро, и в пакетик положили вот эти 2 килограмма сахара, либо какой-то утяжелитель, да, положили. И спокойненько сидим. Единственное, обращаем внимание на то, как находится ваша стопа, чтобы это не было, например, вот таким вот образом, что носок ушел в сторону, либо наоборот вовнутрь. То есть ножка у вас ровненькая, вы положили и находитесь в этом положении. Это укладочки, которые вы можете делать 2 часа спокойно вы можете положить ногу и лежать. А вообще на начальном этапе вы можете засекать время. Например, вы положили там 2 килограмма на ногу и посидели минут 20. Поняли, что вам дальше растягивается подколенные ямки очень сильно и больше не можете. А может, вы вообще 5 минут смогли посидеть, в зависимости от того, какой вес и насколько жесткая у вас контрактура, насколько высокий болевой порог. И это ваша отправная точка. И вот такие укладки вы делаете не менее 3, а лучше 5 раз в день. И время выдерживаете на постоянной основе. То есть, если это 5 минут, значит, все 5 раз в течение дня вы держите по 5 минут. Может быть, к концу дня вы можете сделать там чуть больше. Перед сном, прям перед сном укладки не делайте. Делайте ее за несколько часов, хотя бы часа за 3, потому что если вы сделаете перед сном укладку, нога разболится, и вы просто не сможете отдыхать. Поэтому этот момент нужно учесть. Далее, что еще можно делать? Вам вообще лучше всего, если контрактура жесткая, чтобы вас посмотрел все-таки специалист. И, возможно, вам помимо укладки, это то, что вы и так сможете делать дома, нужна активно-пассивная разработка вашего коленного сустава. То есть, это вот, допустим, мы берем не локоть, а берем колено, да? И вы там сгибаете ногу, дальше не можете. Вам инструктор ровно столько, сколько он чувствует по вашему колену, может, дожимает эту ногу, удерживает какое-то количество секунд, расслабляет. Либо та же самая история идет с разминанием. Там есть определенные техники, которые так просто вот... на пальцах не объяснишь, не расскажешь, да? Поэтому лучше, чтобы вас посмотрел специалист. Это для разработки. А укладки, я думаю, что я объяснила. Плюс есть когда вы садитесь на стол и просто болтаете ножками в воздухе, да, для того, чтобы немножко расшевелить ваш коленный сустав. Все зависит от того, насколько жесткая у вас контрактура. Очень, да. 9 месяцев еще будет не очень жестко, еще можно разработать все. Ну, там при переломе бедра уже такие хорошие могут быть. Да, да, все зависит от того, как... Смотрите, если травма ближе к колену, обычно там уже задействованы связки именно коленного сустава, и там сложнее все это дело разработать. Если она выше к бедру, а колено было в гипсе, и за счет этого образовалась контрактура, допустим, да, то тогда тут другой момент, да. К примеру, нога была прямая в гипсе, вы ее не можете досогнуть. Да? Вот тут вот прям все, что связано со сгибанием, аккуратненько делаем, тянем. Потому что там есть, ну, много разных упражнений. Про укладку я рассказала. Желательно специалист, короче, чтобы потрогал вас, попальцевал. Да, в любом случае, хотя бы один раз вам нужно попасть к специалисту, который вас посмотрит. Потому что, чтобы самому себе не навредить. Ну, укладки можно делать. Укладки можно делать. Это если на разгибание. А если на сгибание, то только берете, кстати, про разгибание не сказала, берете, скользите, получается, по поверхности, да, ну, вот на полу, к примеру, там уселись, ваша нога была зафиксирована, и что вы делаете? К себе ее тянете, 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 тянете максимально, дотянули, вот сколько вы можете терпеть, и удерживаете в этом положении. То есть вот вам вся укладка. Можно из-за положения на животе. А на доску, на доску не надо? Нет, не надо. Ну, просто лучше здесь тогда лучше активное движение делать. Опять досогнули, опять удерживать. Не надо никаких досок, ничего. Либо можно лечь на живот. Да, вот, к примеру, я лежу на животе, и кто-то вам сгибает эту ножку, да, или вы сами там потихонечку захватили за ремень за какой-то, да, и потянули. Либо вы сели на стула, у нас тут такое маленькое стуло, да,
зацепили ленту какую-нибудь. Но здесь очень аккуратно с коленным суставом, чтобы не было никакого выворота. Зацепили свою ленту, пропустили через ножки стула. И, да, вот вы, допустим, тянете, стопа плотно прилегает к полу, соблюдаете угол 90 градусов. И вот сама нога тянется, а дальше еще жестким ремнем раз, затянули, и вот вы сидите, смотрите телевизор или наше видео. И ваша нога находится в сгибании. И другой рукой смахиваете слезы. Да. Потому что будет больно. Будет больно, да. И когда уже ножка замлела, тоже время засекли, там, например, 3 минуты. Вытянули ее немножечко, покатали вперед-назад, чтобы расслабить. И опять затянули, и все. Брыть. Катя, брыть. Ну а что? Брыть и даешь. Что там? Я так, ты все сделал? Я поседал, походил, 100-метровку пробежал. Что да, дальше? Я тут пока рассказываю. А ты тут чешешь. Следующее наше упражнение будет с палочкой. Поплыли, греблю сделаем. Что у меня ноги сегодня прыгают в разные стороны? У меня уже, кстати, все, горит спина, как ты любишь. Да? Да. Ты согрелся. Молодец. Согрелся. Давай, поплыли. Утю, блин, поставил. Если вы работаете с лентой, как я, то вы ее растягиваете. Раз, раз, два, два, три, три, четыре, четыре. Локти не опускай. Пять, да. Шесть, шесть, семь, семь, восемь, восемь, девять, девять и десять, десять. Немного отдыхаем и едем в обратную сторону. Взяли палочку и работаем в обратную сторону. На себя локоть уходит в сторону. На себя локоть уходит в сторону. Работаем. Раз, раз, два, два, три, три, четыре, четыре, пять, пять, шесть. Как твое плечо? Шесть, семь, семь, восемь, восемь, девять, девять. 10, 10. Плечо мое болит, Катя, ну вроде как ход побольше становится. Но боль другая. Знаешь, что я тебе могу сказать по боли, по моему плечу после тейперони? Что? То, что у меня какая-то другая боль появилась. У меня ограничение, грубо говоря, как будто пропало ограничение, либо дальше отошло, которое не давало мне поднять. Да. Оно как будто отошло дальше, и ну, вот этот вот промежуток, который был раньше, раз я поднял до ограничения, и все. Теперь я завожу дальше, и вот этот вот ход на ограничение, ну да, оно у меня болит очень сильно, но ход стал больше. Ну то есть ход стал больше, значит, если это все делать, боль скоро пройдет. Я поняла тебя. Да, замечательно. Ну, оно у меня не болит, а болит только когда вот перерастягиваю, перераскрываю сустав. Плечевой. Так, ну что, мы переходим к следующему упражнению с гантельками. Значит, что мы будем делать? Берем гантельку. Я понимаю, у нас неделя гантелек. Чего это неделя? Пока денек. Там посмотри. Берем гантельку, палец у нас смотрит по направлению вперед, да? То есть вот такое положение нашей гантельки, но пальцем мы захватим. Я отклоняюсь по зубам. Не волнуйся. И мы поднимаем ручку вверх, она у нас слегка присогнута в локте. Поднимаем до угла плечевого, до угла 90 градусов по отношению к плечевому суставу и возвращаем в исходное положение. Это у нас будет первое положение. Затем мы разворачиваем руку, если вот мы ориентировались бы по большому пальцу, он у нас смотрит на бедро. Поднимаем, то же самое опускаем. И затем у нас большой пальчик будет смотреть вверх. Тоже поднимаем и опускаем. Из этих трех положений мы работаем на этом. Подождите, я так быстро хотела все. Нужно сосредоточиться. Чайку нахлобучить. Давай. Одной рукой или двумя? Попробуем двумя? Попробуем, сделаем. У тебя разве можно пробовать? Давай. Так. Фу, Дима, сосредотачиваемся. Спина прямая, макушка тянется вверх, углы колена 90, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отдыхаем, чтобы спастика не... Забрал один. Не, по гантели падает. Восемь, девять,
Иди, хорошо. Подержи гантель, пожалуйста. Ты у меня подут сейчас. Спасибо тебе, добрый человек. Короче, вообще все болит, предплечье. Знаете, вообще, короче, смотри. Ну, сейчас как расскажу тебе одну фигню, ты вообще сейчас балдеешь. Захлопаю в ладоши и порадуюсь. Вряд ли. Короче, смотрите, с утяжелителями, да, когда я делал, это одно, у нас качается только спина, плечи, ну, бицепс, трицепс, вот эта вот вся наша полоса, это она качается. Когда взял гантели, смотри, что получается, давайте покажу. То есть пальчик смотрит у нас вперед. Гантель у нас, она нестабильна, то есть вот видишь, и мне нужно всегда ее удерживать, пальчик вперед, и получается у меня вот тут вот, какое, ротационное какое-то что-то тут, да? Супинация-пронация. И супинация-пронация, как сказала Катя, да? Это, кстати, не матерщинщина. Да, и у меня очень сильно напрягается, то есть поняла? Вот, ну, то есть мне нужно удержать. Тебя работает предплечье, да? Да, и очень сильно у меня оно болит. Я поняла. Тренируется, а не болит. Давай. Чушь такая уродная. Тренируй пальцы. Не, я уже. Уже все. Так, теперь пальчики у нас смотрят вниз. Блин, вот это вообще, наверное, вообще сложно. Сейчас, да, сейчас будет самое сложное. Лови, короче. Две камеры сейчас разобьем. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Угу. Поправляем, чтобы не выпадали гантельки. У меня уже пальцы болят все. Пять. Шесть. Я ж доделаю. Да, давай, давай, давай. Нормально? Выпадает? Падает. Семь. Восемь. Девять. И десять. Чуть удержал на двух пальцах. Давай. Отдыхай. Пускай еще кисти. Еще. Кисти вообще заболели вот здесь. Угу. Напоминаем, что у Димы шейная травма, и у него кисти не держит, да, потому что мало ли кто-то нас смотрит. Вы не думаете, я не врач. Да, да, но мало ли кто-то нас смотрит совсем недавно, и, возможно, у вас грудная травма, а не шейная. Для вас кисти держат крепко, для вас это, возможно, ну, не лишняя так. Лишняя информация. Да, ну, не то, что лишняя, она не настолько актуальна. Блин, вообще. Но все равно вы делаете это упражнение. В этом случае у вас в любом случае будете вы держать пальцами, либо у вас плохо держат пальцы, и вам кто-то примотает эту гантельку бинтом, да, вы работаете для верхнеплечевого пояса. А уже если шейная травма и вас немного держит кисть, вы сами удерживаете эту гантельку, то в этом случае у вас еще дополнительно включаются мышцы кисти и предплечья. А смотри, ты понимаешь, что вот спинальный кишечник, прежде чем делать движение, они очень сильно на нем сосредотачиваются. Конечно. Я сейчас сосредотачиваю, чтобы у меня держалась спина, поднимались руки вверх, это плечи вот эти вот все, да? Борюсь еще с болью, потому что плечо болит. Вот мне надо все это сосредоточиться, чтобы выполнить все эти движения, и у меня уже болит ум. Ум? Да. Потому что он не справляется с многозадачностью. А мне кажется, как раз таки вот, когда есть такая... А еще нужно напрячь ноги, чтобы не упасть. Держать. Да, да, да. Когда есть такая многозадачность, и когда цель идет одна, а благодаря вот этой многозадачности вы держите в голове одну цель, не уронить гантельки, а и при этом удержать все остальное, о чем ты говорил. Вот этот вот цель других задач, она уходит на второй план, и она выходит в автоматизм со временем. И настроение поднимается у инструктора. Да, очень. Давай. У меня пальцы уже стали. Давай, короче, уже может это? Вверх. Да, я понял, что вверх. Так, вверх. Да, вверх. Большие пальцы у нас вверх. И работаем с подъемом. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Макушка тянется вверх. Шесть. Обязательно спина прямая. Семь. Восемь. Девять. И здесь, отлично. Короче, вверх сам будет. Проще всего, поэтому да, в конце. Да, да. Потому что это. Оп, чарочку, рюмочку сделал и пошел. Можно начинать более сложно, когда палец вниз. Но просто почему я люблю начинать, когда пальчик смотрит на камеру, да? Это потому тоже что, нелегко. Да, оно нелегко, но оно подводящее, да, то есть оно подготавливает организм к тому, что все равно придется. Все равно держать. Пальцы нужно держать. Да. Следующее наше упражнение. Мы растянемся сейчас немножко, сделаем обнимашки и займемся шеей. Нет, Катя. Давай. Сегодня у нас короткий день. Короткий день? Угу.
Давай, растягиваем руки, раз у нас короткий день. 25 октября нужно, врач. И? Короткий день. Я уже тянусь, а ты нет. Я не хочу. Давай. Раз. Раз. Два. Макушка тянется вверх, спина прямая. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Расслабились. Кстати, на прошлой неделе бицепс вот делали, в среду до сих пор болит. Видишь, как хорошо поработали. Сейчас за тебя. Так, теперь делаем. Разводим руки в стороны, соединяем лопатки, обхватываем себя за плечи. Одна из рук у вас оказывается сверху. Разводим в стороны, обнимаем себя. Вторая из рук у вас находится сверху. Мне кажется, ты мне все время хочешь зарядить. Нет. Давай тебе линию тут нарисовать, чтобы близко не подходила. Хорошо, не буду. Давай. То врубишь меня в том, что будут люди делать. Что будут делать? Меня одну смотреть. Найдем другого подопытного. Ладно. Раз. Давай. Два. Три. Не болтайся, Дима. Четыре. Пять. Держись. Шесть. Макушечка. Ага. Семь. Восемь. Девять. Завершаем. И десять. Хорошо. Так, ну что, займемся шеей? Что не так? Все так же, ну. Устал. Руками Слушай. Позанимались, палочкой позанимались, осталась шея. Нет, спастики даже нет, на ладонях. На ладонях. Так, что мы делаем? Убираем плечи назад и вниз, выравниваем нашу поясничку. Как мы выравниваем поясничку? Мы таз подаем слегка вперед наклоном, да, чтобы пупок смотрел по направлению в позвоночник. Убрали плечи назад и вниз, макушечкой вытягиваемся вверх. Считаем 10 счетов и на протяжении всех этих 10 счетов растягиваем, вытягиваем нашу шею из плечевых суставчиков. Я даже присяду. Не вытягивай. Покажу, что я тоже могу делать это упражнение, если... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я бы просто 20 уже сделал. Ну, отлично, видишь, у тебя это... У меня слезы сразу начинаются, и, короче, слезятся глаза после этого упражнения. Слезные железы активируются. Наверное, да. Это... Ты их вытягиваешь, там мешочки сужаются и выплескивают капельки на глаза. Давай, ну что, убрали плечи, тянемся макушкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабились. Давай, тянемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабились. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Расслабились. Делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. Расслабились. И завершаем. Тянемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Расслабились. Хорошо. Делаем сегодня растяжки. Значит, что мы делаем? Руку выводим впереди себя, уводим плечевую кость к противоположному плечу, фиксируем ее. Единственное то плечо, которое мы тянем, пускаем вниз. Удерживаем 3-5 секунд. Кать, смотри, да. Может, я что-то неправильно делаю, я когда делаю это упражнение, у меня болит почему-то грудной отдел больше, чем спина, там, плечи и все остальное. Угу. Может, мне его выше? Руку эту поднять, в бороде. Может быть такое, если накачаны хорошо как грудные мышцы. Как смотри, какие банки. Грудные мышцы, да. Есть такой вариант, что как бы не мешает грудная мышца, она упирается сюда, вот в плечевой сустав, и может такое быть, что не хватает вот этого вот округления, проваливания. Так что, просто здоровый Димка. Просто здоровый Димка. Толстый кабан. Так, можно опереться? Можно, нужно опереться, чтобы спина была прямая. Чтобы тебя никуда не тянуло, давай, есть плечо, а локоть прямой, да, именно прямой локоть вытянет. Ты будешь мне помогать или будешь тут триндеть? Буду триндеть. Ладно,
Я сделаю все. Тянется? Раз, два. Шея болит с груди. Четыре, пять, шесть. Хватит. Шея с груди болит, и все. Плечо верхняя дельта вот здесь. Ну вот, дельту. Она не растягивается, а сжимается. Сжимается, а задняя не тянется? Ну-ка, плечевой сустав. Три, четыре, пять, шесть. Меня не вали, пожалуйста. Хорошо, я тебя не валю, я тебя назад отклоняю. Чтоб ты вперед, а ты же вперед наклоняешься. Ой, какая-то неуклюжая сила. Давай, сиди, давай мне руку. И что? Дальше, еще, еще. Еще. Что дальше. Тянется? Тянется? Грудь болит, вместе с шеей. Пять, а здесь? Семь. Ну, тут только капельку, если. Девять, десять. Ну, я бы не сказал, что... Ну, может, нет, ну, тянется, да, понятно, она будет тянуть. Может, ты уже растянута? Давай мне вторую руку. Может, я уже растянут. Надо грудь под низ, чтобы упала. Давай. Под битикс. Раз, два, три. Здесь. Все у тебя сзади уже растянуто. Ну, сзади меня уже вообще растянули. Следующее упражнение. Сгибаем и все, хотя бы просто плечи. Давай, договорились. Значит, что мы делаем дальше? Берем руку, уводим ее за голову. Второй рукой своей фиксируемся и натягиваем вниз затылком, толкаем немножко назад. Дима облокачивается на спинку, я буду помогать. Шейники это не делай. Шейники не толкают головой, а руку поднимать можно. Давай. Подожди, Катя, у меня что, плечо болит, ты помнишь? Помню. Да, и шею не толкаем, а я чуть-чуть помогаю довести твое больное плечо. И хватит. Когда хватит, надо отпускать. Ты знаешь об этом? Ну, так я тебя аккуратно отпускаю, чтобы ты не отпустила, а тебя раз и на бок повело. Боль ужасная по плечу, это вообще капец. Как оно меня достало, у меня уже скоро будет... Психоз? Да психоз. Какой психоз? Отрежу нахуй. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Можешь дальше толкать. Угу. О! Подожди, все. Ой, все хорошо, Катя. Угу. Давай. Укладку надо делать. Так, ну что, и осталась нам еще одна растяжечка с наклоном корпуса вперед. Ручки уходим назад максимально, да. Если получается, то тыл кисти смотрит друг на дружку. Выходим в это положение и максимально поднимаем ручки вверх. Если вы делаете это самостоятельно, то, например, вы вывернули ручки в это положение, наклонились корпусом и дотянули себя. Вот в таком положении. Да? Ну, давай. Лови. Ловлю. Лучше забирай руки. Подожди, да? Давай-ка я тебя по-другому чуть-чуть перехвачу. Давай. Угу. Давай. Перехватила? Лови. Ага, ой-ой-ой, сейчас давно. Хорошо, возвращаемся. Все тянется. Все растянулось? Да, в этой растяжке все тянется. И руки, и спина. Головное отдел, спина. Отлично. Так, ну что, и переходим мы на наши основные упражнения. Это к шведской стенке вначале для того, чтобы подготовить себя для этих упражнений. Так, ну что, поднимаемся, растягиваемся, подготавливаемся для ходьбы. Поможешь? Давай. Ты уже сам справляешься. Я знаю, но все-таки, когда помогают, легче. Я тебе буду говорить морально, что да, я тебе помогу, а вставать лишь сам. Не, ну у меня уже по-другому включается бедро, кстати. Поэтому я чувствую, как я ноги выпрямляю нормально. Угу. Если бы ты... Встаешь ты легче, я тебя уже не так. Если бы ты еще похудела чуть-чуть, вообще было нормально. Я? Да. Если я еще похудею немножко, то мне кажется, ты на меня чихнешь и сдует. Ладно, Катя, все здесь так произошло. Ну что, комментировать будешь, нет? Все, нет? Да, конечно, буду. Вначале подаем таз вперед, раскрываем тазобедренные суставы. И затем, уводя таз назад, удерживаем напряжением. Чуть-чуть дальше. Чуть дальше. Удерживаем напряжением подколенную ямку, да?
Если у вас еще коленная ямка не замыкает, у нас есть на канале отдельными упражнениями, что нужно делать для того, чтобы она начала замыкать. И в этом случае вы растяжку можете делать без вот этого движения назад. Просто работаете тазом вперед и становитесь в прямое положение для того, чтобы почувствовать осевую нагрузку. Здесь идет акцент больше на подколенную ямку для того, чтобы ее укрепить. А у меня момент, знаешь, на что акцент идет? И на поясницу с ягодицами. Да перекат, вот это что, на пятки? Вот. Носок, пятка, перекат. То есть вот так вот, раз, носок. И когда вот так делаешь, когда на пятку вес переносишь, очень сложно удержаться. Ну здесь за счет наклона таза. Вообще, когда делается перекат с носка на пятку, лучше, когда же корпус работает вертикально. Теперь поднимаемся потихонечку руками вверх по шведской стенке. И дальше дорастягиваем переднюю брюшную стенку. Растягиваем руки, грудной отдел. Хорошо. Спускаем руки на уровень грудного отдела, либо на уровень пояса. Придерживаться руками немножко нужно и можно. Да? И из этого положения выполняется вот как раз таки перекат с носка на пятку, да, с легким подскоком вверх. На носок на пятку и легкий подскок вверх. Это так делает Дима, если невозможно вам еще сделать таким вариантом, то в этом случае вы просто пытаетесь навалиться вперед на носок и вернуться в исходное положение на полную стопу. И имитация степа. Да, и имитация. Следующее упражнение – это перенос веса тела с правой ноги на левую со сгибанием в коленном суставе. Значит, на сегодняшний день это уже выполняется со сгибанием в коленном суставе. На начальном этапе это выполнялось просто наваливание на одну ногу, наваливание на вторую ногу для того, чтобы почувствовать осевую нагрузку. Выбираете для себя наиболее подходящий вам вариант. Ну что? Отлично. Присядем. Сейчас завяжем стопы и пойдем гулять. Стопы завязываю, потому что висят. Они у меня и не держат. Да. Если у вас есть обувь, которая фиксирована, допустим, выше, типа берцев, да, лодыжки, и она удерживает вам ногу в прямом положении, можете не подвязывать. Если же все-таки у вас стопа подвисает, вы находитесь в кроссовках, то лучше стопу подвязать, потому что в момент переноса ноги вы носком будете цепляться за поверхность. Это не есть хорошо. И другой шаг будет, да? И ну, конечно, растягиваться будет. Конечно, будет другой. То есть надо бинтоваться. Тридцать семь.
Не могу это взять. Уже все? Я зайду как могу. Катя, у меня хрустит все, я тебе скажу. Сейчас, подожди. Надо поправить наколенник. Вот это с левой стороны, ага. Сможешь? А право нормально? Да. Сейчас, надо понять, что надо сделать. Надо растянуть немножко спину и поднять жопу. Ну давай, подумай. Только чуть-чуть. Чуть-чуть толкни еще вперед. Вова, ты вот сейчас вообще не вовремя. Все. Все? Да. Укладывай. Молодца. Волны у меня? Ну, может быть, чуть уже можно попробовать их сделать, да. Нужно. А так? А так волны вообще? Да, давай. Подожди, у меня ухо зачесал. Ё-моё. Я же бежу, подержу, почему ты думаешь? Шуши ты свое ухо сколько хочешь. Фух. Катя, я готов. Давай. Раз, два, три, четыре. Нажми. Два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Сел. Блин, горит огнем эта квадратная мышца спины. Ноги, бедра. И так мне понравилось, как я это делал. Четенько делал. Как будто не, не первый раз уже, да? Да, как будто все время так делал. Ну, неплохо, неплохо. Очень даже хорошо еще. И именно, понимаешь, именно вот, вот там же те мышцы, которые надо уже. Включается. У меня начинают работать, поэтому мне получается легче. Угу. То есть да, вроде сразу руками тянешься, руками легче, но потом, когда отпускаешь, ну, руки и усложняешь себе на поясницу, проходит некоторое время, и ты понимаешь, что поясница это делает легче, чем руками. Ну, класс. Ну, здорово же. Что я наговорил, только что, непонятно. Ты все правильно сказал. Я про свои ощущения. Чуть-чуть там шумоги или не надо? Да, я бы чуть-чуть правую поставила, да и левую тоже. Сейчас, подожди. Поставь. Как тебе нравится? Ну так. Уверена? Да. Ты готова? Пробуем, да. Давай. Давай. Раз, два, три. 4, 5. Нажми чуть-чуть. Угу. 6. Ура, чуть-чуть. Поправь правую ногу. Угу. Сейчас. Соберусь. Угу. Семь.
12, 13, 14. Дожимаем верхние точки. 15. Продолжаем. 15. Подвинь колено чуть-чуть ближе. Правую сторону. Что в сторону? Угу. Блин, 15 еще только, да? Подвинь нога правая, у меня ушла в сторону опять. Видишь, позанимались, тонус появился. Да? Раньше было на первых подходах, а сейчас почему-то на втором. На третьем. Ну, на третьем. Так, посмотри, у меня колени ровно стоят. Хорошо? Да, так нормально. Ты готова посчитать до 100? Конечно. Будем держать себе ноги, чтобы они не разъезжались. Раз. Два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Угу. Угадала? Да. 16, 17, 18, 19, 20. Делаем? Я еще подожди, подожди. 10 раз как сделать, не знаешь? Начинай с первого счета. Давай. Раз. Два. Три. 5, 6, 7. Нажми. Так болит квадратная мышца. И знаешь, что у меня еще болит? Что? Вот этот треугольник, который ты болел в пятницу. Вот это? Трапеция? Трапеция, и ниже потом будет треугольник такой. Ну, это не треугольник, это уже переходит на мышцы. Это ромб? Да, ромб, квадрат, круг. Давай. Ирина. А тут, пока мы будем решать с геометрическими фигурами на спине, пережимаются колени. Моя поясница. Мне тебе передают. Да? Потругай, она горячая, да? Ниже еще. Вон, вот здесь она горит. Ну, здесь тепленько. Зарка, пошли. Вот здесь вот это вот место. Да, вот оно и горит, кстати. Затушка. Давай. Давай, раз, два, подожди.
Раз, два, три. Уже не стыдно. Я тебе машину не стыдно. Правая нога протянет свободно. Хорошо. Да, сейчас я тебя... Стой, натолкну немножко, мне не хватает ног. Где мне ног не хватает? Да. Еще все. Или рук. Ну все, нормально. Нормально? Ага. Угу. Фиксируем. Твои колени, чтобы они не разъезжались. Пошли работать. Давай. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Ты глубже хочешь? Пожалуйста. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Чуть меньше. Делай за 17, чтобы затягивать больше. 19. 20. Сейчас, Катя. Сейчас сделаю. Еще десяточку давай. Ура, мы закончили! Падай на бочок. Получишь пирожок. Короче, смотри. На всех трех подходах на последних 10 раз я когда таз вперед подавал, у меня зрение мутнее становилось. Потом, когда опускал, нормально становилось. Расслаблялся. А когда таз вперед подавал, напрягался от перенапряжения. Вот когда вперед подаешь, вот на голову, назад. Давай, давай, давай. Раз, два, три, четыре. В начале тренировочки у нас был вопрос по поводу того, что была операция в грудном отделе позвоночника, после этого как бы не чувствуются ноги. И я сказала о том, что помимо того, что нужно заниматься ногами и работать на резинках, эти видео у нас есть в отдельных папочках лежат, да, Дима? Оно называется упражнение на подвесах. Упражнение на подвесах, да. Так вот, помимо этих упражнений, которые у нас уже существуют, и вы можете посмотреть, обязательно нужно укреплять вам спину. Какие варианты укрепления спины? Вы ложитесь на живот и начинаете работать подъемом рук, да, и корпуса. Выпрямляем руки. Впереди себя, да. Угу. И пытаемся поднимать обе руки и корпус вместе, да? Я понимаю, поэтому я буду тебе помогать. Поднимаемся. Раз. Работаем спиной. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. На что не пойдешь ради наших подписчиков? Я умер уже. Да, Дима, на самом деле сегодня достаточно тяжелая была тренировка. Дима уже устал. Помимо того, что вы работаете двумя руками, если вам больно, вы можете начинать работать. Я хочу посмотреть в твои глаза. Давай. Ты обещала сказать. Эта рука находится в упоре, может подбородок быть, либо в лоб, а вторая рука поднимается. Поднимаем руку. Раз, два, пять раз делаем. Три, четыре. 5, отлично. Меняем. Мы по 5 делаем, вы можете делать больше. Вторая рука. И корпус тоже немножечко напрягается. 2, 3, 4, 5. Напрягается все, корпус. Руки в стороны. И руки болят. И руки болят. Следующее упражнение, которое вы можете делать, руки в стороны. Тоже руки в стороны, вы можете подниматься либо корпусом вместе с двумя руками. Да, вот, отлично. Раз. Давай, буду помогать немножечко тебе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Эти мышцы спины вам нужно укреплять на начальном этапе после того, как вы получили даже травму шейного отдела. И голову не запрокидывайте, я тебя перебью, просто пока не забыл.
грудной отдел. Голова не запрокидывается, голова — это всегда продолжение позвоночника. То есть вот эти вот простые упражнения вы можете начинать делать. Если у вас не получается на начальном этапе приподнимать корпус, вы можете под грудной отдел положить какой-нибудь валик для того, чтобы вам кто-то помогал. То есть вот укладываем валик под грудной отдел, да? И, соответственно, руки, еще вот один вариант, руки на затылок. Еще один вариант этого упражнения. И поднимаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Хорошо. Ставь чайник на спину. Можно, чтобы закипел, да? Давай, отдай мне, пожалуйста. Да. То есть вот такого плана варианты упражнения для укрепления мышц спины вы можете делать. У меня спина сейчас добилась. Окончательно. Хорошо. Я думаю, что я ответила на ваш вопрос. Если у вас еще возникают какие-то нюансы, да, по своему заболеванию, задавайте вопросы, будем стараться отвечать. Только более широко описывайте вопрос, чтобы я могла более широко на него ответить. Слушай, Катя, а это в грудной, а если поясничный, эти упражнения уже не подходят? Обязательно эти это, упражнения. Это в любом месте, если прооперировали, вот надо, да, укреплять спину, смотрите, начинать вот так. Вы, да, только не прогибаетесь, то есть вас никто не вот так вот не прогибает, как сейчас Дима выталкивает. Ну да. А, там чуть-чуть, да, то есть там амплитуда будет небольшая. И на начальном этапе вы, кстати, даже можете себя немножечко растягивать в этом отделе. А растягивать — это когда вот как Дима положил руки вдоль корпуса, положи, вот, чуть-чуть придерживайся и поднимай голову и плечи, да, вот как будто ты прогиб чуть-чуть себе пытаешься делать, вот, как будто отжимаешься, да. Вы ровно столько отрываетесь, сколько вам не больно, да? То есть, если вы чувствуете жесткое натяжение, вам не нужно туда идти. Вы прям вот прогибаетесь немножечко, возвращаетесь опять, прогибаетесь немножечко, возвращаетесь. Вы потихоньку готовите свои мышцы к движению. И поэтому вам их нужно, помимо того, что закачать, натренировать, но еще и растянуть. И завести, и активировать. Да, обязательно. Так, ну что, а мы продолжаем нашу растяжку для того, чтобы завершить сегодняшнюю тренировку. Нужно это попробовать? У меня борода просто болит уже. Так мы сейчас с тобой переворачиваемся на спину. Да? Да. А что это решила быстро меня унизить? Что это унизить? Перевернуть. Опа-на. Раздохни. Попочка. Давай. Дай попить воды, пожалуйста. Кстати, что-то мы сегодня мало пьем. Ну и что? Та-да-да-дам, та-дам. У нас гантельки? Кто здесь? Ты хотел покрутить. Попробовать, Катя. Попробовать. Пробуй. Ух ты. Дима работает сегодня с гантелями. А Катя, как всегда, на растяжке. С гантелями все наше сердце забилось по-другому. И знаешь, что я тебе хочу сказать, когда делаешь с гантелями? Рассказывай мне и... А не с утяжелителем. А людям? Людям? Так как я шейник, то я даже не чувствую боли ни в плече, нигде. Мне главное держать гантели. Это то, о чем я говорила. Когда есть фокус внимания на чем-то одном, то остальные... Остальная техника движения, она немножко уходит на второй план. То есть... И удержать гантели. Все, мои предплечья уже тоже плохо. Уже им тоже плохо? Ну, так давай, не перетруждайся, нам же еще в коляску пересаживаться. Пофиг, буду лежать здесь день. Потом говоришь, что я его мучаю. А кто? Я потому что как-то трошки это психую на тренировках, поэтому и вам советую. Но психую, это имеется в виду в хорошем смысле этого слова. То есть немножко разозлиться на себя и сделать сверх того, что вы можете. Я трицепс не буду делать. Я же тебе сказала, трицепс не надо, а то опасно. Опасно. Провоцируешь, блин. Назад, назад туда. Не, я боюсь упустить. Ну, как я же говорю, зубы нынче дорого стоят. А, еще и не знакома стоматолога.
Давай. Что ты хочешь сделать? Положить, делай. Трицепс просто движением пока. Ну-ка, к чему это? А, кстати, возьми карту. А дай мне одну на 4 килограмма. На грудь тоже сюда. Сюда прям две эксперимента. А я не удержу. А я задержу его вот так. Да? Замок можно, да? Можно, можно. Прощай, любимый город, иди-ка тоже с ней. Ого! Двадцать раз я сделал, больше не могу. Больше не надо. Она холодненькая. Да, ну будешь. Такая холодненькая, как пиво в пятницу. Я сегодня умер в лесе, Катя. Даже не наполовину. Я вообще устал. Слышишь? Слышу. Почему так произошло? Потому что ты молодец и хорошо потренировался. Мне кажется, что это другое. Мне хочется стонать. Попробуй, поэкспериментируй. Может, тебе станет легче. Ну что, подошла к концу наша тренировка понедельника. Была она достаточно интенсивная. Были у нас два вопроса, и поэтому помимо нашей основной тренировки и всего того, что я планировала, пришлось еще дополнительно немножко домучить Диму кое-какими упражнениями для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Все для вас. Все для вас, да. Я устал безумно, тренировка была очень хорошая. Усталость появилась большая после шведской стенки, после вот этого вот упражнения на ягодицы, спина, бедра. Походу оно у меня включается, активируется хорошо, поэтому у меня и другая усталость приходит. То есть приходит в конце тренировки, чтобы вы понимали, что такое усталость. Приходит усталость ни рук, ни ног, а усталость вся, всего организма в целом. То есть нету ни одной непроработанной мышцы. Настолько Дима устает. Спасибо вам. Пожалуйста, да. Настолько Дима устает, что он просто готов лежать, и чтобы его не трогали, да? Да, готов вот вообще, что вот угодно делать, чтобы меня не трогали. Когда не хочется ни о чем не думать, ни куда-то двигаться, да, то есть вот такое вот расслабление идет после тренировки. Да. Надеюсь, что и у вас такие же ощущения в теле. Планируйте тренировки, лень планирует, занимайтесь вместе с нами, друзья. Счастья вам, здоровья. Всего удачи. Всем пока. Всего доброго.